В Макарове двое мужчин предстали перед судом за добычу краба. Согласно материалам дела, фигуранты в апреле прошлого года выловили 165 особей, причинив водным биоресурсам особо крупный ущерб на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. На заседании напомнили, что 128 членистоногих вернули в естественную среду обитания в живом состоянии. Обвиняемые свою вину признали, одному из них назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, второй с учетом рецидива получил реальный срок – 2 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.